Привет всем! Тут в комментариях товарищ попросил показать, как чертежи вставлять в блендер для автомобиля, допустим. Ну, может, какой есть и другой способ, но я вот делаю так, сейчас покажу. Для начала перейдем в проекцию справа, и смотря, конечно, куда морда автомобиля смотрит. Так, сейчас. Вот у меня есть такой чертеж, то есть вот у меня морда смотрит туда. Мне лучше справа закинуть его. Отлично. Выбираем его, этот файл, и прям перекидываем сюда. Все. Его перекинули. Так, добавлю в сцену кубик для габаритов, ну, чтобы узнать, допустим, у нас эта машина там длиной 4 метра, допустим. Ну, я к примеру говорю, я не знаю точно. Вот мы добавили кубик, сделаем его 4 метра. Все по длине. Включу прозрачность, Alt-Z. Так, забыл скринкейс включить. Так, секундочку. Ага, все. Так, теперь берем чертеж и подводим сюда, чтобы он у нас был, ну, как раз вот и кубик 4 метра и получается. Теперь чертеж выбран, зайдем вот сюда вот, объект Data Property, включим галочку Opacity и сделаем где-нибудь 0.5-0.4, чтобы попрозрачнее был. Можно даже побольше, 0.3. И выравниваем, чтобы колеса у нас стояли вот на этой линии, ну, оси Y, допустим. Так, прям подведем G по Z. Вот так вот. Поточнее можно, если кому надо, прям приблизить G по Z. Ну, вот так вот примерно. Отлично. Так, ну, вот так стоит он у нас. Я переименую вот эту картинку, этот чертеж. Там, ну, пик напишу. То есть картинка, допустим, left или right, там, без разницы. Все. Также можно создать тут папку еще одну, коллекцию. Назову, допустим, ее там blueprint, чертеж. И закину туда эту картинку, blueprint. Чтоб когда нам надо было смотреть без картинки, я мог нажать. У нас много будет, допустим, картинок. На глазик, оп, и у нас не видать. Посмотрел машину, что-то по делу. И советую еще включить в фильтрах вот эту галочку, чтоб чертеж нельзя было сдвинуть. То есть на зажали, и все, его двигать уже выбрать нельзя. Так, выбрали, значит, опять. Теперь давайте поставим вид сверху. Shift D. Ну, допустим, по Z скопировали. Переименую сразу здесь. Топ. Назову картинку. Топ. Перейду, ну, в проекцию фронт. R. Вот так вот. На 90 градусов. Вид сверху. И теперь двигаем только по оси X. Чтобы она у нас ровно стояла с другим чертежом. Ну и примерно ставим к серединке его где-то. Ну, вот по этой точке, допустим. Ну, можно наверху оставить, можно вниз опустить его, чтобы он не особо мешался. Вот так вот. Теперь нам надо сделать фронт и бак. Ну и заднюю часть. Так. Ну давайте. Да можно любой, в принципе, чертеж взять. Ну, давайте я этот возьму. Так, Shift D по Z. Ага. Переименую его во фронт. Фронт. Теперь подведу тоже, чтобы колесики ровно по этой линии стояли.
Так, G по Z по зеленой, по оси Y. Отлично. Теперь вид сверху, R на 90 градусов. И подвигаем его вперед, вот сюда вот. Теперь вид спереди, проекция. И машину двигаем, чтобы посередине тоже стояла. Ну, где-то тут нет, конечно, чертеж, конечно, не очень удачный, но примерно можно все равно посередине поставить. Так, G по X, ну, вот так вот чуть-чуть, допустим. Отлично. Теперь Shift D по Y. Это у нас будет задняя часть. Сразу переименую ее. Бак. Все. Задняя часть. И теперь вид сзади. И стараемся сопоставить вот картинки вот эту. Вперед и зад. Чтобы колесики ровно стояли. Так, G по X. Ну, что-то примерно такое. Все. Вот у нас чертежи, можно сказать, готовы. Ну, можно что еще сделать? Взять чертеж right, вот этот, ну, со стороны который, и сдвинуть его сюда чуть-чуть, вбок. Ну, как, чтобы вид сверху был, как машина была. И Shift D по X еще вот сюда вот. Ну, на всякий случай. Чтобы с разных сторон можно было смотреть. Так. Ну, в принципе, все. Кубик. В принципе, нам больше не нужен. X, Delete. Удаляем. Так. Alt Z отключим прозрачность. Так, opacity у нас включена. Ну, я, в принципе, все. И можно выключить эту папку, нажать вот эту галочку, чтобы выбрать чертежи, нельзя было сдвинуть с места. И когда надо, допустим, нам не надо задний чертеж, можно отключить его. Не надо, допустим, верхний чертеж, топ, тоже отключить. Ну и так далее. Ну и обычно я начинаю с колес. Добавим цилиндр. Можно сразу его поворачивать. Можно здесь прям R на 90 градусов. Подвигаем колесо его. Включим прозрачность Alt-Z. S. Двигаем колесо вот так вот. Примерно. Ну и все. S по X. Ставим на место. И когда колесико будет сделано, продублировать их и поставить на место. Я просто с колес всегда начинаю. Мне так удобнее. Ну вот, в принципе, все. Ничего сложного здесь нету. Товарищ попросил, я решил показать. Может, кому нужно будет и полезно. Я вот так делаю, чертежи вставляю. Что ж, всем спасибо, кто посмотрел это видео. Всем пока.